Лицеисты Муравленко вернулись с учебно-полевых сборов, где в реальных армейских условиях прошли подготовку к военной службе. Учения проходили на базе подшефной войсковой части в городе Щучье Курганской области. 28 допризывников жили в казарменном помещении в условиях, максимально приближенных к военно-полевым. За время сборов будущие солдаты прошли инженерно-тактическую, огневую, строевую, физподготовку и даже минно-взрывное дело. В рамках сборов ребята освоили много видов деятельности, в том числе постреляли с боевого оружия, с автомата Калашникова. Программа сборов в целом выполнена, ребята довольны и подкованы патриотически. Все передвижения были строем. Весь режим от подъема, зарядки до вечерней поверки и отбоя полностью как у военнослужащих. Поэтому у ребят будет отсутствовать страх перед службой в вооруженных силах. И мы будем уверены, что у нас есть надежное будущее. Подготовку лицеистов высоко оценили руководство воинской части и представительство Ямала по Курганской области. Каждый из лицеистов получил сертификат о прохождении сборов и нагрудный знак Всероссийского движения «Юнармия». Самое главное, чему я научился на этих военно-полевых сборах, это правильно распоряжаться своим временем. Безусловно, это одна из самых важных черт для любого человека. Умение развивать себя ежедневно, и что в будущем даст тебе большой результат. Ну, я думаю, что эти полевые сборы нужны для того, чтобы развить дисциплину среди учащихся 10 классов, и для того, чтобы люди понимали, что в принципе происходит в воинской части. Потому что я понятия не имел, для меня это было загадкой.